Бескомпромиссный следователь Мария Швецова настолько покорила зрителей своей харизмой, что уже 16 сезонов подряд не сходит с телевизионных экранов. Но зрителям все мало. Они и дальше жаждут видеть Машу, чтобы вместе с ней распутать клубок того или иного преступления и вытащить кого-нибудь из знакомых их из очередной передряги. В связи с этим поклонники сериала часто спрашивают, будет ли 17 сезон сериала «Тайные следствия» и когда он выйдет. Итак, спешим сообщить, что приключения интеллигентной Маши Швецовой в 16 сезоне не закончились. Как нам стало известно, уже в ближайшее время съемочная группа, в том числе сыгравшая следователя Анна Ковальчук, приступит к съемкам «Тайные следствия» 17 сезон. Пора озвучить дату выхода на голубые экраны они не хотят, ссылаясь на суеверие, мол тогда съемочный процесс пойдет наперекосяк. Однако точно известно, что «Тайны следствия» 17 сезон будет, а что касается того, когда выйдет, однозначно в 2017 году, и с большой долей вероятности можно сказать, что произойдет это в конце осени. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.